Чтобы принять участие в зимней школе преподавателя, у вас должен быть аккаунт на образовательной платформе U-Right. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу экрана. Нажмите кнопку «Вход», чтобы войти в аккаунт, или «Регистрация», чтобы его создать. Авторизовавшись в личном кабинете, нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. В разделе «Повышение квалификации» выберите «Школа преподавателя». Вы увидите три формата участия с их описаниями. Вы можете поменять формат участия вплоть до завершения зимней школы преподавателя. Для регистрации в качестве вольного слушателя нажмите «Выбрать». Укажите ваши персональные данные. Если они указаны в вашем личном кабинете в вашем профиле, то они подтянутся автоматически. Если в поле организации вы не нашли свое учебное заведение, вы можете нажать кнопку «Я не работаю» или «Не нашел организацию». В обоих случаях вы сможете продолжить регистрацию без указания организации. Для того, чтобы перейти к следующему шагу, поставьте галочку «Согласие на обработку персональных данных». Вы можете ознакомиться с документом, перейдя по ссылке. Нажмите «Далее». На странице школы в дальнейшем отобразится программа и расписание вебинаров.